Кузбассе продолжается реформа здравоохранения. В Межреченской городской больнице назначен новый главный врач. Эту должность занял Степан Ронзин. Ему 37 лет, родился в семье врача в Пермском крае. На первом курсе медицинской академии работал санитаром скорой помощи. Имеет опыт работы в медучреждениях, в том числе на должности главного врача. Девиз Степана Ронзина – нет ничего невозможного. Может, поэтому он и приехал в Междуреченск. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решать, уверен новый руководитель. За те две недели, что я уже нахожусь на этом месте, в общем-то, детально провел анализ всей ситуации и в части медицинской помощи, и в части финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Сейчас намечены уже планы по реализации некоторых мероприятий и сформулированы большинство основных проектов, и дальше будем работать по принципам проектного управления. То есть есть проект, есть рабочая группа, есть установленные ответственные лица, есть сроки. Будем по всем направлениям работать одновременно. Главная проблема сегодня – кадровый голод. Новый главврач сразу начал искать специалистов. Степан Ронзин встречается с потенциальными сотрудниками, которые готовы жить и работать в Междуреченске. Это уже пятый человек за эти две недели, врач. То есть не фельдшер, а пятый врач, с которым я разговаривал. 20 числа приезжает работать человек из Пермского края, откуда я приехал. Тут каждый день в ручном режиме, причем сегодня было большое аппаратное совещание наше, я это проговаривал, что это ответственность, в общем-то, всех руководителей подразделений. Не так, чтобы кто-то там, только главный врач и глава, это вообще задача каждого жителя этого города постараться привлечь сюда кадры, чтобы у всех семьи, у всех дети. И из Кузбасса, и из других регионов. Я больше ориентирован на другие регионы, дабы не оголять те больницы, которые другие есть в Кузбассе. Для этого есть у нас в городе это муниципальная программа поддержки, которая включает ряд мероприятий, одно из которых это подъемные деньги, когда врач либо фельдшер приезжает. Главврач также отметил, готов уделить внимание каждому пациенту. Если возникли проблемы с лечением или вы встретились с грубостью медицинского персонала, обращайтесь. Личные встречи с гражданами проходят каждую субботу с 9 до 13 часов по адресу проспект 50-летия Комсомола, 39, хирургический корпус больницы, второй этаж, кабинет главного врача.